Ну вот, я опоздала. Макароны сварились. Виталик их переложил в соус и сейчас перемешивает. А я говорю: Виталь, позовешь, когда будешь перекладывать, чтобы я сняла. Он говорит, уже все сделано. Потому что наши икуни тихо ходят. Тоже и зеленушка. Зеленушка у нас сегодня укроп. И все. Выглядит аппетитно. Какой-то сериал идет по Первому каналу. Будем смотреть сейчас военный. Не военный, детектив. А, детектив, извините. Слушай, выглядит просто нереально красиво. Что, тарелки подаю? Да, сейчас чуть-чуть надо... Чтоб это... потомилось? Да, потому что альдента. Альдента кто? Макарона. Ну ладно, пусть потомится. Длинные макароны сегодня решили сделать. Покупала я их в этом... В эко-маркете, да, они где угодно есть, не самодельные. Так, если что, если вдруг кто-то заинтересовался, сообщаю.